Николай Цискоридзе и его новогоднее настроение. Я ненавижу Новый год. О подарках судьбы. Когда вам дано больше, чем всем остальным вместе взятым, вы прекрасно понимаете, как вы можете этим распоряжаться. И лучшим подарком мировому балету о себе. Самые дорогие билеты в Большой театр были связаны только с моим именем за последние 25 лет. Николай Цискоридзе. Важная персона. Воскресенье, 18:10 на телеканале «Москва-24».